Что делать, если на коже лица периодически возникают локальные воспалительные процессы? С этим сталкиваются девушки, особенно во второй фазе цикла. В этом случае спасение — сыворотка столб-дефекта, которую можно носить с собой даже в самой маленькой сумочке. И даже если у вас в течение дня подозревается, что может выползти какой-то ненавистный прыщик на лице, даже мы можем ее точечно нанести на макияж, потому что она содержит микроэксфолирующий комплекс и проникнет в самую глубину проблемы. Салициловая кислота, масло чайного дерева тут же снимут воспаление, а витамины помогут коже восстановиться. Сыворотку можно наносить ночью на более обширные участки кожи или днем точечно под макияж, но при необходимости можно тоже поверх макияжа как сос-средство.